Сегодняшний день фестиваля целиком и полностью посвящен его центральной фигуре – Валентину Григорьевичу Распутину. У писателя множество наград, но главное из них все же народное признание. На тематическую лекцию снова собралось много желающих, чтобы прикоснуться к творчеству земляка. И это неудивительно, ведь в своих произведениях Распутин создает собирательный образ сибиряка, а значит, пишет о каждом из нас. И он считает, что Сибирь с ее суровым климатом, с ее особыми условиями, она воспитала совершенно особый характер. И вот этот характер, он как раз показывает и во многих людях. Это умение противостоять каким-то трудностям. Это нежелание идти на поводу обстоятельств. Это вот это преодоление. Настоящего сибиряка Распутин не идеализирует. Он, наоборот, показывает совершенно разные стороны человеческого характера. Через свои произведения писатель хочет выделить одно из главных качеств, присущих жителям его малой родины. Речь идет об уникальной способности сохранять внутри себя нравственные опоры, несмотря на внешние изменения. Погрузиться в распутинскую реальность и увидеть мир его глазами можно и вечером. На камерной сцене состоится спектакль по известной повести писателя «Живи и помни». Мы пообщались с актрисой, исполняющей главную роль в театральной постановке. Мне посчастливилось участвовать во всех спектаклях, которые в стенах нашего театра недавно были или есть, по произведениям Валентина Григорьевича Распутина. А почему посчастливилось? Потому что каждый раз, когда у тебя есть такая возможность слушать или произносить эти тексты, тексты Валентина Григорьевича, ты понимаешь, что в тот момент твоя душа начинает трудиться. Глубокий взгляд Распутина на деревню, сибиряков и связь поколений отзывается в сердцах каждого, кто хотя бы раз читал его произведения. Его истории до сих пор привлекают людей разных поколений. Для меня сейчас было на самом деле интересно многое о нем узнать, услышать, потому что я не настолько хорошо был осведомлен. Распутин – это, во-первых, великий писатель. Вот, я очень люблю его, я знала его лично. Вот, поэтому второй Распутинский фестиваль – это просто вау! А уже завтра состоится последний спектакль в рамках фестиваля и торжественное закрытие. Элина Собенникова, Артур Рощупкин. Новости сейчас.